Здравствуйте, уважаемые зрители нашего видеоканала. Мы начали делать нож пластуна. Вот он. По легенде, это нож пеших казаков. Как бы, да, скажем так. Ручка такая у него, ну, литье типовое, клинок типовой. Но есть такая информация, что вроде как такого ножа не было. А у пластунов были якобы кинжалы. Но тем не менее, это вопрос спорный. И как это на самом деле было, я судить не берусь. Но нож такой мы делаем. Вот в таких вот чехлах. Это вот при, ну, под ремешки. Там носить где-то, видимо, там на бедре, еще где-то. Ну, нож эффектный. То есть, если нужны будут, из любой стали мы это делаем. И вот я хочу сравнить его, кстати, вот с ножом, который, на мой взгляд, вот как раз к казакам-то имеет самое прямое отношение. Это оригинал. Вот я в прошлом видео говорил, что если мне кто-то покажет вот этот же нож пластуна вот в таком виде, вот именно подлинник тех времен, да, там, ну, тогда ладно. А так пока, на мой взгляд, это такой, все-таки с пластуном, это такой пиар-ход. Хотя, еще раз говорю, возможно, были, возможно, в отдельных частях были, возможно, были в ограниченных количествах. В любом случае, нож очень эффектный. Вот. Ну, что эти ножи объединяет? У них объединяет вот это вот затыльник где-то похоже, вот с этой выемкой, с такой вот, как бы, как у шашки рукоятью, да? Длина клинка примерно похожа. Так. Ну и сделали мы копию вот этого казачьего ножа. То есть, вот это значит нож пластун, а это нож казачий. И на мой взгляд, вот этот более нож. Опять же, это мое мнение. Вот этот нож, он как реплика, то есть его можно все-таки рассматривать как реплику. А казачий нож, вернее, пластун, его, наверное, тоже можно рассматривать как реплику. Но тогда нужно хотя бы оригинал тех лет увидеть этого ножа. То есть, что это понять? Красивая легенда или это все-таки был такой нож у казаков? Вот, судя вот по этому экземпляру, вот такой-то нож точно был. Ну, тем не менее, еще раз говорю, пластун нож эффектный. Давайте эту историческую реплику уберем, а то я уже ее замучил. Огромное спасибо владельцу этого ножа за предоставленный образец исторический для изготовления. Вот. Ну, вот, для любителей таких вот оригинальных вещей. Вот у нас такие вот теперь опускать будем ножички. Можете и пластун теперь у нас заказывать. Можете заказывать и вот нож казачий. В общем, на улице холодно. Прям реально холодно. Так что теперь такие вот вещи у нас доступны. Еще раз говорю, вот это смело можно называть репликой. 100% такие ножи, то столько, поскольку оригинал сделан из обломка шашки, шашки в боях ломались. Их не выкидывали, а значит, такие ножи были достаточно, скажем так, относительно массовыми. Всего доброго. До свидания.